Летний отдых для многих туристов в Турции в эти выходные запомнились сильными пожарами. В объятиях пламени оказались сразу 4 отеля в Анталии. Причиной возгорания в отелях стал лесной пожар, который начался еще в субботу в районе поселка Адрасан, что в 50 километрах от Анталии, который позже перекинулся на кафе, затем на гостиницы. Тогда пламенем было охвачено 125 гектаров леса. Контроль над огнем был взят только в воскресенье. На борьбу с огнем были брошены 300 человек. Местных жителей и туристов успели эвакуировать. От пожара сильно пострадали ресторан, магазин сувениров и 4 отеля. Предположительно, причиной пожара стали костры, которые любят разжигать экотуристы. А быстрому распространению пламени помог сильный ветер. О пострадавших пока не сообщается.